Привет, мальчишки! Привет, девчонки! И снова я, кот-ученый. Мур! Мяу! Рубрика «Время с пользой». Сегодня мы с вами отправимся путешествовать по нашему космосу. А как вы думаете, на чем можно путешествовать в космосе? Не слышу? Правильно! На ракете! Ну что, мои дорогие друзья, готовы? Тогда повторяйте все движения за мной. Я ракета, я ракета, полетела в космос. Полетела в космос. Раз, стыковка. Два, стыковка. А вокруг планеты Солнце и Луна. А вокруг планеты Солнце и Луна. Я ракета. Я ракета. Полетела в космос. Полетела в космос. Раз, стыковка. Два, стыковка. А вокруг планеты Солнце и Луна. А вокруг планеты Солнце и Луна. Я ракета. Я ракета. Полетела в космос. Полетела в космос. Раз, стыковка. Два, стыковка. А вокруг планеты Солнце и Луна. А вокруг планеты Солнце и Луна. Я ракета. Я ракета. Полетела в космос. Полетела в космос. Раз, стыковка. Два, стыковка. А вокруг планеты Солнце и Луна. А вокруг планеты Солнце и Луна. Я ракета, я ракета. Полетела в космос, полетела в космос. Раз, стыковка, два, стыковка. А вокруг планеты Солнце и Луна. А вокруг планеты Солнце и Луна. Ух ты! Ух ты! Ну что, мальчишки и девчонки, наше путешествие по галактике удалось. У-у-у! Не забывайте подписываться на наш канал. И до новых встреч! Пока-пока! У-у-у!